у нас строится. Мы сейчас парк, как он называется, Эволюция. Ну, мы уже здесь были. Это я на телефон, сейчас вам коротенькое видео снимаю. На следующей неделе выйдет полное. Интрига, пока просто только приехали. Я уже, правда, окунулась, потому что жарко. Здесь водичка почистей, хоть и песок, но там находишь камни. Поэтому водичка прозрачная. Вот не знаю, с какой или с этой стойки заходить. Но здесь, видите, очень большое расстояние, там где доски. Идти далеко до воды. И вот эти железки, они, видите, открытые, коляска не проедешь. А вот здесь вот они немножечко как бы присыпаны больше песком. Может быть, коляской, если бы вот сюда доехать, до самой это, до воды тут совсем немножко дойти. Ну, тяжело вот здесь на камнях стоять. Захожу в воду, кажется, теплая. Первый раз уже прохладненькая. Всем, кому обещали похлюпать. Конечно, желаем всем попасть на море или хотя бы где-то отдохнуть.